терроризм, чума 21 века. Каждый из вас хотя бы раз слышал об этой ужасной вещи. Сколько загубленных душ, сколько испорченных жизней. Но откуда берутся люди, которые совершают все эти злодеяния? Что ими управляет? Прикрываясь различными убеждениями, оправдывая все то насилие, они творят зло на земле, набирая себе в соратники молодых необразованных людей с неустойчивой психикой или негодяев и наркоманов, которые в удовольствии нарушают закон. Интернет, магия, не иначе. Возможность увидеть на телефоне близких вам людей, которые за тысячи километров от вас, поговорить с ними, обменяться фото или видео. Это, конечно, благо нашей цивилизации, но есть и темная сторона интернета. Мы не всегда знаем, кто находится по ту сторону экрана вашей переписки в социальных сетях, будь то беседа в комментариях под фоточкой котика или в личных сообщениях. Это Магомед. Он полноценный пользователь социальных сетей. Магомед живет в религиозном обществе и хочет изучить каноны религии. Но так как Магомед очень стеснительный, он не обращается за этим к традиционным религиозным деятелям, а хочет изучить все самостоятельно в интернете. Копаясь в этой бесконечной паутине, лазя по различным форумам и сайтам, Магомед натыкается не на того человека. Завязывается разговор, довольно увлекательный для Магомеда. Но поначалу этот человек объясняет Магомеду обычные вещи, но затем разговор принимает совершенно иной оборот. Неокрепший ум Магомеда не в силах понять, что его вербуют. Человек говорит о том, что все вокруг неверные, а правы только они. Он дозволяет кровь близких людей, дозволяет их имущество и все остальное. Человек говорит Магомеду, что он воин, который обязан воевать за правду, только вот не уточняет, за чью правду. Забегая вперед, хочу сказать, что в ближайшем будущем, под влиянием радикальных идей, Магомед бросит семью, родных, друзей, учебу и уедет воевать, как сотни других молодых людей, попавших под это влияние. Говорить о том, что в скором времени Магомеда убьют, нет смысла. Он всего лишь пушечное мясо в руках международного терроризма. Еще одна молодая загубленная жизнь. А ведь из Магомеда, может, вышел бы отличный врач, который бы спас сотни, а может и тысячи жизней.